В Саратовской области зафиксирован рост цен на продукты питания. И это уже не скрывают даже профильные министры, которые сразу после введения санкций заверили, что не допустят ценовых скачков. Уже сегодня видно, что с данным обещанием министр экономического развития области Владимир Пожаров не справился. Средние минимальные цены на продукты в магазинах федеральных сетей в Саратовской области повысились от 0,1% до 22,5%. Причем рост зафиксирован на 16 из 40 товаров, которые попали под наблюдение с 22 сентября. В лидерах роста – огурцы. Цена на овощ повысилась на 22,5%. Говядина – рост составил 9,3%. И соленая рыба.